Одной из основных проблем практического использования угольных дуг было автоматическое поддержание состояния между сгорающими углями. Было предложено множество таких систем, порой достаточно сложно. В 1876 году русскому инженеру Владимиру Чикалеву удалось создать такое устройство, так называемый дифференциальный регулятор. Первый регулятор Чикалева представлял собой два электромагнита. Обмотка первого электромагнита включается последовательно с другой, обмотка второго параллельно. Соединительники электромагнитов взаимодействуют с ключами вращающегося рычага, управляющего механизмом сближения и выдвижения углей. В режиме нормального горения рычаг находится в равновесии. При сгорании углей дуга удлиняется, ее электрическое сопротивление возрастает. Одновременно с этим изменяется и ток потока. Действие одного электромагнита уменьшается, а другого увеличивается. В результате этого рычаг отклоняется вправо и приводит к действию механизма сближающих углей. В случае излишнего сближения углей и уменьшения сопротивления дуги ведет к действию механизма разъедания углей. В том же году он предложил механизм регулирования для дуги, который впервые применил электромашинное регулирование. Такой механизм впоследствии нашел широкое применение в дифференциальных дуговых лампах. Очень важно, что при помощи дифференциального регулятора Чикалева удалось осуществить устойчивую работу полевого числа последовательных включенных дуговых лампах.